Это «Сова», фрагмент будущей композиции «Охотник», особая гордость мастеров кузнечной артели из Новокуйбышевска. В кинотеатр художественный они привезли кованые фонари, цветы, клетки для птиц и оконные решетки. Говорят, такие выставки очень полезны. Молодые мастера могут почерпнуть секреты искусства ковки, а старые – найти вдохновение. Собрать выставку кузнецов очень трудно. Это, во-первых, тяжелые вещи, емкие. И, скажем так, кузнецы редко доработают, скажем так, в стол или там себе, да, в основном заказчику все вещи. Поэтому собрать очень трудно, не часто проходит. Это очень здорово, потому что вот я благодарен за то, что обратили, как говорится, внимание в нашу сторону, в кузнецов, потому что, ну, есть такое понятие, как самарский модерн, термин, да. То есть мы, на самом деле, очень много работ вот, наших опирается на именно работу старых мастеров. И мы вдохновляемся этими вещами, пытаемся разгадать, как это было сделано. Художественная ковка – символ старой Самары. Все особняки города украшены ажурными элементами. Сотрудники агентства социокультурных технологий решили показать горожанам, как развивается мастерство работы с раскаленным железом в наши дни. И не случайно разместили экспозицию в старинном здании. Нам очень радостно ее выставлять сегодня в таком же знаковом старинном особняке, архитектор которого, архитектор Щербачев, это певец модерна, известный многим, он строил не только в Самаре, но и в Москве, и в Питере, и во многих городах. Вот поэтому, наверное, вот эта экспозиция так хорошо и так лаконично и органично вписывается в наш интерьер. На выставке представлены работы мастеров из Самары, Новокуйбышевска и Волжского района области. Увидеть экспозицию можно до 25 сентября. Вход свободный. Виктория Шарая, Константин Головин. События.